Я вас категорически приветствую, ребята. А у нас, смотрите, весна. Вообще кайф. Где-то плюс 25, солнце светит, птички поют. Вот так бы мне хотелось, чтобы было сейчас. Долбаная зима. Вот какая это весна? Что это за горы снега? Пипец. Короче, я выдвинулся. Иду в магаз, закуплю каких-нибудь ништяков. Ну или ништяков. В общем, сегодня день Д, день добра, делай как я. Я же меценат, филантроп. И просто красавчик. Оторвите жопы от своих диванов и сделайте сегодня добро. Я сегодня намерен, сегодня воскресенье, сегодня сделать добро. Пойду куплю что-нибудь в магазе и передам в церковь. В любом случае, я не деньгами им отдаю, а вот продуктами. В любом случае, эти продукты не продадут. Их съедят люди. А значит, сегодня день я прожил не напрасно. Короче, пришел в супермаркет. Так. Как бы, блин, телефон не урод. Перчатки скользкие. Ну-ка. Здесь алкашка. Это не сюда нам. Так. Вот что нам надо. Отдел бакали. Так. А гречка продается здесь, нет? О, гречка здесь. О, ашановский продукт, а так. Гречка стоит у нас 31,50. Блин, она в пятерке. По 20 рублей. Пипец. Это же пипец. Пятерку пойдем. Короче, взял вот такую фигню. Тащишь Сникерс. Когда ты сытый, ты тащишь. Здрасте. А есть кто? Скажите, а у вас гематоген почем самый дешевый? 25 рублей. А дайте мне 10 штучек, пожалуйста. Ну да, пожалуйста, не вопрос. Так, 8, 9. Короче, будем сейчас тащить Сникерс. Когда ты сытый, ты тащишь. Короче, дело затягивается. Встретил Елену Васильевну случайно. Она шла в аптеку из церкви. И этот. У них там крещение. Сейчас будет. Говорит, часа через 2, через 3. А я так жрать что-то захотел. Что ж я буду холодный ходить. Зашел в атаке в этот. В аптеку купил 10 гематогенов для детей. Ну, короче, и взрослым, и детям сегодня будут ништяки. Так что не переключайтесь. Сейчас иду в пятерку за гречкой, там она подешевле. Ну, чтобы больше купить. Жопочник. Ничего, добрые дела. Оказывается, делать сложно. От добрых дел люди наглеют. Пятерочка, короче. 77,50. Тык-тык-тык-тык. Идем за гречей. Гематоген купили. Ну, гречечка, гречечка. Сахаридзе. Точно. Я же говорил, она здесь. По 20 рублей. Что еще возьмем? Что возьмем? На так будем кормить.
Вам пакет? Не, не надо мне рюкзак есть. На карте надо. Бурем голою небо кроет, вихри снежные крутят. Короче, пока я иду, пока это все донесу, что вот такое лово. Не только людям помочь, но и Наташам. Наташа, ёб твою мать, опять нахуярилась, блядь. Пизди. Пойдем жрать. Вон еще Наташа. Сейчас я их буду кормить. Короче, вот так вот. Опа. Открываешь. И вот так вот. Йоу, блин. А и здесь тоже, короче. Они поточат. Ну-ка, ну-ка, давайте. Голуби на лисички. Воронья аж за воловьёй была. О, ништяк, вы там только не делитесь. А ну-ка в карман. Опа. Эй, стой. Улетел. Ладно. О. Летите, голуби, летите. Чё ты там волоёбишь? Давай тоже точи. Воробьи тоже всякие налетели. Вот такая вот драма, пиковая дама. Давайте, точите. Надо помогать и братьям нашим мечам. Меч заплетается, блин. Замерз. Совсем замерз весь. Ладно, Наташа, кушайте. А я пошел дальше. Наконец-то я дошел до храма. Сейчас покажу, что это храм. Короче, передал 10 пачек по 900 грамм гречки и 10 гематогенок детям. Я спросил, можно ли снять передачу в храме прям. Она сказала только с благословения настоятеля. О, вспомнил. Фух, так тяжело было тащить эти 9 килограмм. Такая ноша, добро это ноша. Сейчас легко стало и на душе, и в рюкзаке. Теперь домой точить. И еще. Кто поставит дизлайк, тот вонючка. Я, тот Филипп Киркоров. Ну что, ребят, вот я и дома. Сегодня у нас такой интересный день добра. Делай, как я. И, конечно же, мы что-нибудь поточим. Помню, когда были времена, когда в нашей семье было такое, что мы голодовали. Помню, братан купил много-много вот таких вот штучек. Галина Бланка, буль-буль. Мы брали кипяток, брали там тарелку или посудину какую-нибудь глубокую. О, вот так он открывается. Хоп, прикольно. Берешь кубик вот такой вот Галины Бланки. Я помню, мы его прям вот так вот хавали, прям лизали его. Кидаешь посудину, кипяток. Вот тебе, пожалуйста, куриный бульончик, как суп. Так, у меня ложечку. Вот так его раз, два, три, четыре. Ну, я еще взял такой. Мне больше почему-то мясной раньше нравился. Потом я забыл про эту тему, когда начал зарабатывать деньги. А когда ты маленький, не можешь себе позволить ничего. И на работу тебя не берут. Вот такую шляпу. Шнягу мы заваривали. Да, химия. А ну-ка. Ну такой немножко такой с каким-то жирочком. Ой, блин, сразу вкус вспомнил тот нищенского времени. Но было это было вкусно. Еще не просто хлеб, а вот прям засохшие сухари прям туда макаешь. Прям кайф. У меня сухарей нету, блин, жалко. Тогда о таком, как, допустим, Макдональдс или там KFC, даже я и мечтать не мог. Что я даже не мог подумать, что я могу себе позволить там
купить что-нибудь такое интересное, вкусное. Вот эти вот гамбургеры такие. Для меня это было что-то заоблачное. И вот так вот я пил вот этот бульончик дешманский. И мечтал о еде. Так, ребят, давайте сегодня вопросиков не будет. На следующий раз отвечу. Я могу привет передать. Так. Самый вот первый привет, прям мне вот приятно то, что смотрит меня с моей родины, с Кабардино-Балкарии, города прохладного. Вот. Из прохладного КБР. Ну, раз мне привет из прохладного, то и в прохладный привет. В следующий раз напиши полное имя там, или будет приятно. Так, привет тебе, Лео Месси. Спасибо за вопросы. В следующий раз отвечу. Имя можешь написать. Я просто не могу. Если вы писали имена, я их не запоминаю. Честно, у меня тугая память на имена. Привет, Роме из Новосибирска. Рома, привет тебе из Новосибирска. Привет, Жайна. Спасибо, что смотришь мои видосы до конца. Единственное, ты посмотрела и написала, что да, стрим хочу. А вы такие негодяи, не смотрите. Я вчера думал стрим замутить. Ну ладно, никто не досмотрел, фиг с ним. Значит, не надо. Так, привет Аннетти из Черкас. Черкас — это город, да? Что-то я слышал такое. Привет Аннетти. Аннетти. Так, привет с Кубани. Домашний хавчик канал. О, спасибо, привет. Тоже на Кубани. У меня друг здесь в Москве тоже живет. У него жена с Кубани. Вот. Откуда там? Блин, забыл, короче. Он мечтает туда поехать жить. Не знаю, у кого какие мечты. На Кубани, ну, тоже хорошо. Там всегда тепло, можно сказать, всегда. Много чего растет. Так что там климат лучше, чем в Москве здесь. Задыхаемся. Вот такие легенькие приветики. Такой вот дешманский бульон. Сейчас бы Биг Мак заточить. Вот это новое, слышали? Биг Мак с беконом. Угу. Ну, вот такой. Вот, видите? Вот. Такой вот. Ага. Ух ты, мечта сбылась. Тут же, нифига себе, мысли материальны. Сейчас бы Биг Мак заточить с беконом. И опа-на, вот он. Вот если бы мне в детстве вот так вот, когда я пил этот бульон. Ух, смотрите. Я тогда мечтал, сейчас бы колбасы поесть, но колбаса так и не появилась. Мне бы в то время взять у котлету. Бекон тут внутри. Я сегодня весь день бегал, ничего толком не ел, один сникерс заточил. Прикольно с этим бульоном. Даже вкусно. У меня еще есть. Вот такая шляпа. Далее. Гурме. Бугурме. Бугурме мне тоже там насыпь. Во, какая. Далее. Нифига себе, он как Биг Тейсти здоровый. Вот он стоит 265 рублей гурме. А новый Биг Мак 159. А обычный 130 стоит. Ух ты тут. Вау, вау, кайф. Гурме гриль. Офигеть вкусно. Ништяк. И да, ребят, самое главное. Нас уже 500 человек. Если, конечно, никто опять отписываться не начнет. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Поздравляю себя, поздравляю вас. Спасибо, что смотрите. Прям в бульон все. Медленно, но верно, мы растем.
Даст Бог, вырастем. Будет много людей. Будет интересно в комментах. Может быть, начну зарабатывать наконец на этом ютубе. А процент будет идти в помощь людям через церковь. Как сегодня опять я сходил, отнес. Мало, да. Но зато чистого сердца. Себе, конечно, понабрал тут. А что, смотрите. Ну, короче, по 900 грамм вешают. Вот, блин, почему не по килограмму? Ухапанул горячего. Аккуратно. 9 килограммов. Только гора гречки. Пипец. Можно там людей накормить сколько, большую семью там огромную. Я рад. Что сегодня день я прожил вообще не зря. Нет. Елена Васильевна, ведь ты женат? Я говорю, нет, пока Бог не послал. Нам тебе жениться, у нас тут много девок красивых. Там молодежки какие-то, давай приходи. Я тебя познакомлю, там у нас есть. Ты такой хороший, добрые дела делаешь. Молодой. Вот так вот. Люди мне тоже добра желают, оказывается. Да что ж ты сыпешь-то все. Куда мне раздолбаю жениться? Ну, конечно, если по любви только. А так, ради чего-то. С одной и навсегда. Так я хочу. Кто женится, детей нарожает. А потом такая ненависть друг к другу у людей, что просто вообще ядом прыскают друг на друга. Уж лучше быть одному. Не надо, чтобы меня любили. Не за что-то, а просто за то, что я есть. Ну так вот можно сказать. Может быть, когда-нибудь. А может и нет. У меня попадало. Короче, такой сегодня выпуск. Всем добра. Мирного неба над головой. Счастья в дом. В личной жизни счастья. Будьте счастливы, и чтобы у вас все было хорошо. Вот так вот.